Краевой столице этим летом отремонтируют более 150 школ и детских садов. Из городского бюджета выделено около 90 миллионов рублей. Начали ремонт меньше месяца назад, после 25 июня, сразу по окончании единых госэкзаменов и первой смены летних лагерей. Нам необходимо заменить где-то деревянный пол на негорючие материалы, где-то двери поменять, где-то окна, утеплить стены. То есть объем работ достаточно серьезный. Особое внимание в этом году уделят ремонту спортивных залов и стадионов. В рамках специальной городской программы в 5 школах их уже отремонтировали. В ближайшие годы планируют провести реконструкцию еще в 38. На это выделят более 100 миллионов рублей. Капитально в Барнауле отремонтируют одну школу, 78-ю. В этом году она отметит 70-летний юбилей. Сегодня здесь побывал глава города Сергей Дугин. В школе уже сделали кровлю, заменили пластиковые окна, системы канализации, водоснабжения и отопления. Осталось заменить потолки и отремонтировать столовые коридоры. Всего на реконструкцию выделено более 6 миллионов рублей. Гарантия на работы – 3 года. Сложно определить того подрядчика, который сделает качественную работу. Да? Все они говорят, что мы давно уже работаем в этой сфере, и мы достойные. Поэтому, у нас родительский контроль. Контроль со стороны директора школы, педагогов, со стороны комитета. Вот поэтому мы постоянно в ходе строительства, мы постоянно ведем контроль. К 1 августа ремонт всех школ и садиков должны завершить. В это время начнется приемка учебных заведений к новому учебному году.